Всем привет, друзья, с вами Илюха, и в этом своем видеоролике я собрал самые интересные моменты с моих стримов по игре Мартхау. Всякого разного рода приколы, баги, фейлы и прочее. Давайте смотреть, что же получилось. Погнали! Я тут капкан поставим. Тут темное место. Все равно кто-нибудь ко мне придет. Так, ну да, все, сейчас крестьян тут. Иди вон, блядь. Ну ты чё, ёбаный дядя? Он думал, что тут... У меня же несколько капканов было. Иди нафиг отсюда. От моего капкана. Да что такое упоротый? Упоротый, реально. Вот надо было тебе. А, он помер, что ли? Нормально. Вот что значит отступал не вовремя. Так, сейчас бы еще бы взять. Иди-ка где. Еще один минус, блин. Тут как бы сюжетная линия такая достаточно длинная. Короче, да ну нахер. Вас откуда тут так много-то? И не доехали. Вот за что я люблю твои стримы, хорошо бегаешь, а? Ну это да, тут попрыгал, поскибались как бы это. Джавелина, огненная бомба. Вот это поворот был. Джим Бен Шоу. На тебе пожарчик маленький. А мы пока за снарядами сбегаем. И все. Будешь знать, как обижать простых крестьян. Он поблагодарил. В спине такая дыра. Ничего. На тебе подарочек. И тебе тоже до свидания. Так, что там с боеприпасами-то? Тут уже застроили. Блин, еще кто-то на лютне тут бегает, играет, блин. А, динь-динь-динь-динь-динь. Подбадривает бойцов. А че это? Кто это строит, вот эти баррикады? А тут есть специальный персонаж? О, мы запинаем его, сейчас запинали в кустах. Сейчас увидишь, там придет тебе трансляция. Тут есть такой строитель, он можно строить баррикады от лошадей, от пехоты, вот такие щиты. И это...
Я, а вот, а, вот он, музыкант. Играй. Вот он. Израильская команда. А? А разломать? Разламывается, да? Вот он. А музыкант зачем? А это просто для фана. Он может лютни взять и драться с ней. Вот из вражеской команды. Но видишь, вот так когда приседаешь, это значит это. Мы друзья, давай дружить, типа. Это еще со времен Чивалри. Вон он лобает музон. А это что он этой гитарой-то по башке дать? Да-да, лютни. Можно, можно. Тут можно обратным хватом вот меч, как я взял, видишь, сейчас, за ручку. У многих оружие. А он это... Тут еще лютбокс, я хочу программу поставить. Да ты че, не бей! Это мой друг. Он весь в крови такой. А он вот он, кстати, пользуется лютбоксом. Видишь, присели? И это. А вон, танцую, сейчас тебе вот этот дэнсинг. Это, как тут танцевать? Увидел, да? Я сейчас... Так. Иногда, когда... Сейчас. Иногда, когда это... Когда надоест... О, смотри, вся братва пришла. Сейчас увидишь. Трэш, блин. Латак, это стихийные дискотеки в этой игре. Вот. Драка внезапно. Вот, видишь, музыка сближает людей, короче, средневековая. Да-да-да, и это... Как бы это... Наркоманы в натуре, блин. Не, ну это ржака, конечно, весело. А как тут танцевать-то, блин? Я не знаю, как тут. Единое оскорбление. Ой, нам уже... Мы сейчас сгоримся. Все. Это музыка закончилась. Давайте убьем музыканта. Давайте убить, драться, да. Убить или не надо? А, он перестал. Ну ладно, пойдем драться, да. Это что это за дичь? Кто этот? Что-то есть такое. Серфер какой-то, блин. Я даже не знаю, что это так могло быть. Давай это можно поугарать. Дети. Поиздевались немножко. Ну ладно, это было в сухую. Не верим себе, он. Это же задрот. Видишь, он усложнение. А чё сейчас последний раунд? Он сейчас перепрыгнет и с ноги уебет, да? Ну это какая-то замануха. С ноги. Ну, он просто это... Он заебался, он так он просто уже. На тебе, наконец-то. И тебе тоже. И тебе тоже подарок судьбы. Ой, а вот это уже случайность. Ну тут они уже далеко ушли. Тут уже все. На этом, как говорится, медицина бессильна. Средневековая. Ага, дурачки, блин. Вот так вот и развели пацанов. Поржали, блин. И похулиганили. Не-не, спасибо. Я больше в вашем клубе капканщиков участвовать не буду. Ну да что тут за между собой? Я думаю, в ноги надо бить.
У него ноги. Вот и все, я говорю, у него ноги-то незащищенные. О, этот с лютней. Опять дурачки эти. Отряд спецназеров. Ну куда вы пошли-то? А чё он умер-то? И этот тоже умер. Это какой-то этот... Какие-то суицидники, видимо, сделали крестный ход предсмертный. Ну а на этом у меня, ребята, все. Если понравилось, можете поставить лайк. Также можете подписаться на мой Twitch, где я регулярно стримлю. Много разной всякой интересной фигни, как говорится, и веселое общение можно там увидеть, собственно говоря, в прямых эфирах. А также вступайте в мою группу ВКонтакте, где тоже постятся самые интересные моменты, ролики, хайлайты, просто приколы, ну и веселое общение в комментариях. В общем, все как обычно. Но с вами был Илюха, всем большое спасибо. И пока-пока, до встречи в новых видеороликах. Чао!